Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вчера в прямой трансляции я рассказывал в последней, да, в пятой категории этой трансляции о том, что появилась уже новая бета-прошивочка для часов Galaxy Watch 6. Именно 6. Для других пока, к сожалению, нет. И самое печальное, что эту бетку можно поставить на часы, только если у вас на часах регион Корея, либо США. В России невозможно, ну и самое это печальненькое, что регион сейчас поменять невозможно. До этого, допустим, бетку пятую я ставил на Galaxy Watch 5 Pro, но там была возможность поменять регион на часах. Здесь невозможно, поэтому, соответственно, поставить невозможно. Но именно для шестых моделей, именно для шестых, еще раз повторяюсь, не перепутайте, можно установить Galaxy Wearable, также Galaxy Здоровье и плагин Galaxy Watch 6. Ну, Galaxy Wearable и Здоровье, я думаю, подойдут в связке с любыми часами, какие у вас там, либо пятые, либо шестые, либо четвертые. А вот плагин, конечно же, установить с другими часами невозможно. Поэтому не советую вам, если у вас другие часы, устанавливать плагин. Они у меня, значит, подписаны все вот в этом вот группе SV-приложения. Вот они все у меня, три плагина, я их выгрузил. Первое подписано, это бета-версия Galaxy Wearable от новой прошивки. Второе, это бета-плагин для Galaxy Watch 6, для других моделей часов Galaxy не подойдет. И бета Samsung Здоровье от новой прошивочки. Так что, если что, можете поставить. Но я вам хочу продемонстрировать, как сейчас выглядит, допустим, Galaxy Wearable. Смотрите, изменилась первая, сразу же первая страничка поменялась. Дальше вот это вот меняется. Нет, это не меняется. Galaxy 6 Classic пользователь. Дальше циферблаты, видите, здесь экран приложений, карточки и панель быстрого доступа. Открыли циферблатики, вот сейчас вот так у нас выглядят, немного поменялось все. Поиск по ключевому слову и больше циферблат в Galaxy Play, тоже Google Play тоже доступны. Здесь сверху у нас, значит, настройка избранного, потом сначала новые, здесь поделиться. Есть, ну и на минусы нажимаем, это удаление, значит. И вот касаемо циферблатиков. Дальше экран приложений. Здесь вот так вот он меняется. Ищите другое приложение. Здесь можно, так я понимаю, добавить. Чтобы удерживать, нажмите и переставляйте. Пожалуйста, вот таким вот образом все это дело. Дальше карточки. Тоже экранчик карточек, как видите, маленечко изменился. Какие есть, какие нет. Управление и т.д. и т.п. Здесь панель быстрого доступа. Все. Тоже немного изменилось, но не особо. Дальше. Настройки Galaxy Watch. Здесь, по-моему, ничего не изменилось, хотя могу ошибаться. Статус юридическое название устройства. Вот здесь, кстати, можно переименовать. Вот так я сейчас это сделаю, чтобы он у нас там вначале это высвечивался нормально. Classic 47 мм. Вот так. СВ. Переименовать. И теперь он будет вот так вот здесь вначале-то вылазить нормально. Так, ну и все. По-моему, да, какие-то специальные возможности. Возможно, и есть, я не знаю. Конечно же, обновление проверять, однако, бесполезно даже. Хотя я установил, я и VPN подключал, и даже сим-карту корейскую ставил, которая у меня есть, вот она, ничего не сработало, поэтому бесполезно. Так, далее давайте посмотрим режимы. Ну, здесь сон за рулем, дальше уведомления. Ну, внешне, короче, ничего поменялось, это долго затягивать не хочу. Ну и Samsung Здоровье, давайте я вам покажу. Здесь тоже есть несколько изменений. Во-первых, подключено, он здесь написано, к чему. Далее вот такая вот звездочка, советую по благополучию выбрать интерес. Это вот здесь он также высвечивается. Здесь реклама, уведомления и настройки. Изменение главного экранчика, пожалуйста.
Дальше реклама. Что за реклама? Вот рекламы нет, а здесь действие. Как прошла ваша неделя? Вот он показывает, да, действие. Так, все. Выбрать интерес. Что? Общее состояние здоровья, сон, либо упражнение, либо здоровый вес. Ну, в моем случае здоровый вес пойдет. Да, но надо что-то одно. Ну, здоровый вес выберу. Вот так. И поехали. Сохранить текущий порядок. Сначала карточки, соответствующие вашим интересам. Хорошо. Хорошо. Все, и он перенастраивается. Вот как раз здесь-то и задействовано, я так понимаю. Состав тела и всего остального. Ну, а во всем остальном уровень первый, фитнес, моя страница. В остальном все вроде как то же самое. Так, сон. Я сегодня смотрел, здесь немножко что-то по-другому у нас, да? А вот показатель сна. Значит, проспал я. Он меня показал, значит, 8 часов 8 минут. Но это я ночь спал и еще днем немного поспал. И он у меня это показывает. Показатель сна хороший. В целом, да, время сна. Действительно, немножко изменилась сама страничка показателей сна. Но я думаю, в основном тоже максимальная температура. Минимальная температура и достижение, что вот у меня был крепкий сон. Молодец я, короче. Дальше личный рекорд. Максимум шагов у меня было 32 тысячи. Это когда это, интересно? В 18 году аж было. Представляете, с каких годов-то у меня подсчет, оказывается, идет. Потом, это даже не 18-й, 23-й год, да? А также у меня был 18-й год. Вот 18-й самые большие. 14-й год даже еще есть. Ух ты! И вот так вот, вот оказывается, сохраняется тут все. А сравнение активности и сравнение сна. Вот такие вот приложения. Как я уже сказал, регистрация принимаемой пищи может вам помочь питаться осознаннее. Попробуйте. Ну, давай указать блюдо. Будем указывать блюдо. И худеть, короче, да. Коснитесь здесь, чтобы посмотреть карты, предложенные с учетом ваших интересов. Нажали, карт у меня здесь нет никаких. Короче, вот такая вот интересная штучка. Можете скачать, обновить. В целом, думаю, возможно, кому-то будет интересно попользоваться. Как влияет на работу, не влияет, ничего пока сказать не могу. Вам же только могу напомнить, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь. И телеграм-каналы новости СВ и СВ-приложения для вас. Пока!